В Свято-Екатеринском храме Краснодара с самого утра многолюдно. Сотни людей собрались на божественную литургию. Для православных эта служба особенная в память о святой Екатерине, покровительнице города. В числе прихожан глава региона Вениамин Кондратьев и атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. Святая Екатерина – одна из самых почитаемых в православном мире. К ней обращаются с разными просьбами, но в первую очередь просят о семейном счастье. Поэтому в храме так много молодых девушек и детей. По преданию, Екатерина приняла христианство и отказалась выходить замуж за язычника царя Максимина. За это он казнил девушку. Ее непростая судьба является примером чистой и искренней веры. В день памяти святой православной приходит в церкви попросить помощи или поблагодарить небесную покровительницу. Чтобы встретить праздник в главном соборе Кубани, многие верующие приехали из других городов и районов края. Я приехала из другого города, из города Тихорецка, специально на службу, для того, чтобы помолиться святой мученице Екатерине, поблагодарить ее за все. Она помогла мне сегодня сюда добраться благополучно, оставила маленькую дочку дома. Это один из самых важных, наверное, праздников вот и в году, и вообще и в моей жизни, поскольку я тоже ношу имя Екатерина. Для меня это День Ангела, а вообще это большой праздник и для нашего города Екатеринодара, и для Екатерининского собора. Да, мы пришли помолиться, чтобы она... помолилась о нас Господу. Всемирно почитаемую христианскую святую называют небесной покровительницей Кубани. В ее честь назван главный кафедральный собор, а краевая столица больше века носила имя святой. В храме повсюду живые цветы. Этот праздник собрал в Краснодаре священнослужителей со всей Кубани. Божественную литургию в кафедральном соборе провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Сегодня день именин этого прекрасного собора, который чудом уцелел годы, когда страшное гонение было, начиная 100 лет тому назад, и сохранился этот наш кафедральный собор в честь святой Екатерины. Я поздравляю вас с этим праздником, с днем небесной покровительницы нашего города и нашего края, именинниц, носящие имя в честь святой Екатерины. Поздравляю с днем ангела. С праздником жители края и владыку Исидора поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Он пожелал, чтобы святая Екатерина всегда охраняла и оберегала Кубань и ее жителей. Посмотрите, как нас много в этом соборе. Но самое главное, чтобы когда мы вышли из этого собора, не пошли каждый своей дорогой, забыв, что в храме мы одна большая христианская православная семья, а там, за пределами храма, каждый сам по себе. До тех пор, пока мы будем одерживать победу сами над собой, над своей леностью, ворчливостью, завистью, иждивенчеством, мы сможем жить так, как наши предки жили, в любви, в согласии, в взаимопонимании. Я всех вас поздравляю с праздником, с днем святой Екатерины. После службы прихожане еще долго не расходились. К иконе великомученицы Екатерины выстроилась очередь. Верующие могли поклониться и попросить святую о чем-то своем, сокровенном. Елена Касабова, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.